Территория добрых дел. Проект с одноименным названием реализует Союз женщин России в Ненецком округе. Его представители, да и просто жители города, вышли на субботник по высадке цветов возле одного из домов по улице Ленина. Рассаду удалось закупить на средства гранта. Озеленять территорию возле своего дома вышли все любители садово-огороднических работ. Для того, чтобы добавить красок, было приобретено 8 разновидностей цветов, выращенных на тепличном комбинате «Солнышко». Анютины глазки, бархатцы, декоративная капуста и другие. Цветы приобретены за счет гранта, который выявила наша общественная организация «Союз женщин России». И вот за счет этого гранта будут высажены цветы около домов, в том числе и нашего дома. То есть вот в рамках как раз этого проекта мы хотим сделать доброе дело, создать красивые газоны около нашего дома. Флористического опыта у жильцов нет, поэтому перед озеленением своего дома они получили наставление от специалистов тепличного комбината. Руководила работами Татьяна Бадьян. Поэтому вот сегодня такое хорошее мероприятие, в котором участвуют и жители, взрослые, и дети. Светит солнце, значит, я уверена, что у нас все получится. Самое главное – эту красоту сохранить, и чтобы на будущий год уже, вот, может быть, чуть даже раньше началась эта работа. Обязательно, чтобы это стало доброй традицией для всех горожан. Ленина 29, первый дом, территорию которого украсили цветочные композиции. Субботники по высадке цветов также пройдут около других домов на улице Ленина, на улицах 60 лет Октября и Первомайской. Александра Бобрикович, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».